А, друзья, всем привет, с вами Санек, и по сути этого видоса как бы быть не должно, но вчера мне позвонил человек, дружище, тебе отдельный привет, вот, не знаю, как тебя звать и откуда ты, но тема интересная. В общем, спросил меня: Саня, а если в этом станке заявленные 1100 ватт? Я как бы не силен в электронике, в моторах, он мне объяснил, как проверить. И я был приятно удивлен, в этом станке 1100 ватт нету. Кому интересно, смотрите видос до конца, сейчас я сниму мотор, точнее доберусь до мотора, и мы определим, какой же мотор стоит. Погнали! Друзья, ну и перед тем, как начать разбирать и добираться до мотора, немножечко информации, вот, взятой в сети интернет, по большей части на сайте AliExpress. Какие моторы бывают? В моем случае здесь стоит бесщеточный мотор. Они бывают, оказывается, 550, это по крайней мере, что я нашел на Алиэкспрессе, что предлагают. Моторы на 550 ватт, на 800 ватт, 850 ватт, два типа мотора я нашел. 900 ватт, 1000 ватт и два типа моторов нашел на 1100 ватт. Все это предлагают наши братья-китайцы на сайте AliExpress. Они здесь у меня все это распечатал, чтобы визуально все это видеть и объяснять как-то, да. Снимаю все это одним кадром. У меня нет сценариев, господа режиссеры. Вот сколько буду вот тыкать пальцами и заикаться и повторяться, столько, значит, и будет в этом видосе этих моментов. Давайте, хары-ля-ля, как говорится, давайте вскрывать и определять, какой же мотор стоит. Ну и первым делом, мужики, надо снять защитный вот этот кожух. Все как всегда. Вот так это делается легко и просто. И самое простое — это замерить вал мотора. На двигателях 1100 ватт это черный, это светлый двигатель. На 1100 ватт диаметр вала должен быть 14 миллиметров. Что здесь, что здесь. У них отличие единственное здесь по креплению, по длине. Вот. Но диаметр вала абсолютно одинаковый. Берем штангель и меряем. Поставил штангель вот таким вот образом, и соответственно размерчик 10 миллиметров. Никаких 14 миллиметров на этом станке я не наблюдаю. Соответственно, мотор уже заявленные 1100 ватт никак на этом станке не имеет. Дальше смотрим. Есть у нас мотор на 1000 ватт с диаметром вала 10 миллиметров. Есть мотор на 900 ватт с диаметром вала 10 миллиметров. Есть два типа, по крайней мере, я нашел в сети, может их больше на самом деле, друзья. Но я нашел вот такие вот, которые попадались первыми на странице поиска. Есть мотор на 850 ватт черный диаметром 10 миллиметров. Есть также на 850 черный, но он скорее всего нет, отличается по креплениям. Ну, скорее всего тоже 10 миллиметров будет. Ну, другой почему-то я вот с размерами картинки не нашел. Есть мотор на 800 ватт
также диаметр 10 мм. И есть мотор на 550 ватт диаметром вала 8 мм. Но так как у нас, у меня, мужики, у меня, у других 100% я уверен, что там валы будут стоять 14 мм. Это я такой везунчик, что у меня вот мотор попался 10-миллиметровый. Но у меня стоит мотор с валом 10 мм, соответственно, мотор 550 с восьмерочкой, ну, идет в сторону вот к 14-миллиметровым. Вот так их отдельненько. Да вот так вот пускай лежат отдельненько. Ну и соответственно, определяю дальше. Буду надеяться, что у меня стоит там черный тысячеватник. Ну мало ли. В худшем случае это 800 ватт. Ну не хотелось бы, да? В общем, сейчас будем определять по вот этим замерам, размерам. Они у всех разные. Что так, что по креплениям, что по длине, по всему. Но нужно добраться до мотора. Сейчас, друзья, снимаю гитару, чтобы она не мешалась. Послабляю ремни, снимаю и откручиваю вот здесь два болта. И мотор достанется. Чтобы не снимать кожух, там, электронику, просто мы вот так вот сейчас достанем и все. Интересно? Погнали разбирать. Снял ремни, друзья. И самое простое, чтобы не снимать и не разбирать больше ничего лишнего, это замерить длину вала. Длина вала, друзья, у всех, она абсолютно разная. Здесь на 1100, на одном 38 мм, на другом 51 мм, да, ну, соответственно, на всех, абсолютно на всех длина вала разная. Меряется вот от края до широкой части. По крайней мере, так вот нарисовано на большинстве рисунков. Вот. Снимаем. Я уже его отпустил. Ролик вот этот. И штангелем сейчас замеряю. Вот так вот это дело, друзья, происходит. То есть ставлю в край вала, упираю в широкую часть вала и смотрим. Вот у меня получается 42 миллиметра. 39. 37,5, 42, 38. 42 это мотор 1000 ватт. 10 миллиметров толщина, длина 42 миллиметра. Черного цвета. Давайте доберемся до него и посмотрим, действительно ли это так. Ну, чтобы посмотреть на мотор, нужно всего-навсего открутить два болта. Вот один болт, вот другой болт, который держит вот эту пластину, на которой закреплен двигатель и вот этот вот натяжной ролик. И гитару для удобства тоже сниму. Так, ну открутил два болта, поставил вот стул. И все это дело теперь можно вот таким вот образом... Станок я отключил от сети. Вот таким вот образом достать и посмотреть. Вот он мотор. И он, друзья, не черного цвета корпус, а светлый. Как-то так. Давайте сейчас его промеряем полностью, как это показано на вот этих вот рисунках. То есть 900 ватт он 131 миллиметр, 1000 ватт он длину 130 миллиметров,
850 в длину 115 мм. 800 мотор, вот общую длину, отнять вот этот размер. Вот так, друзья, поставил угольник, замерил штангелем, как показано на рисунках. То есть от края, я так понимаю, от края до вот этой плиты. Начало крепления. Вот, и у меня получается 131 миллиметр. 131 миллиметр у нас имеется на 900-м, то есть 900 ватт в моторе. Ну а как же тогда 42 миллиметра? Возможно, я неправильно замерил, потому что делаю это впервые. Так, смотрим. 500-й меряется от края, я так понимаю, до начала вот этого корпуса. Также вот и 800-й меряется до начала корпуса, по крайней мере, стрелки так указывают. Возможно, и здесь я неправильно померил. Сейчас перемерим. Возможно, тоже от начала до начала корпуса надо померить. Сейчас перемерим. Так, длина мотора моего 131, что уже указывает на 900 ватт. Ну, давайте пока он еще вот в таком положении, замерим вот эту крышку. На тысячнике она должна быть 91 мм, на 900-м она должна быть 87 мм. Но этот 115 не подходит. Меряем крышку. Так, замерил, друзья, крышечку. И она получается... Где ты там? 87 миллиметров. Смотрим. 131 сошлось. 87 сошлось. Указывает на 900 ватт. Кто-то скажет: Саня, да посмотри на корпусе мотора. Там же все написано, вся информация. Друзья, нигде никаких ни шилдиков нет, никаких обозначений, никаких гравировок, вообще ничего нет. Только информации на сайте продавца. 1100 ватт, все. Поэтому определяю мотор вот сейчас вместе с вами. Размер крышки 87, длина вот так вот 131, указывает на 900-й мотор. Сейчас перемерю вал, вот этот, скорее всего, замерю от края до начала корпуса. Вот, скорее всего, надо сделать вот как здесь. Должен быть 38 миллиметров. Если здесь будет вал 38 миллиметров, значит точно 900-й. А, ну давайте еще, соответственно, замерим вот этот квадрат. Здесь он 80 миллиметров должен быть, а здесь он должен быть 81. Да и визуально даже видно, что вот эти края скругленные, а здесь они такие более такие острые. Соответственно, вот они, более острые. Замеряем крепление. Так, ну, вот так вот. Это делается легко и просто. Также со всех сторон проверяется. И у меня получается ровно 80 миллиметров. Это уже третье подтверждение, что мотор 900 ватт. Но никак не 81. Здесь, друзья, тоже 81. На 800-м 79. Так, ну, хоть здесь тоже 80, но он нам не подходит по диаметру вала. Все, сейчас прикручиваю все это на место. В принципе, укрепление померить уже, соответственно, не буду, потому что один показатель, второй показатель, третий показатель.
уже указывает на мотор 900 ватт. Все, ставлю сейчас на место и меряю длину вала, наверное, до корпуса. Все, прикрутил на место, никаких проблем. Все, перемеряю вал, корпус, мужики, здесь прекрасно видно. Вот. Так что, если бы я замерил правильно, возможно, не пришлось бы и снимать все это дело. Но зато посмотрели, что там внутри. Здесь на край вала, там, друзья, в корпус. Я уже просто зафиксировал, потому что одной рукой все это дело неудобно делать. И получается, где там фокусировочка? 38 миллиметров. Блин, не хочет фокусироваться. 38 миллиметров. Вот они. 38. То есть правильно, до корпуса надо мерить. Все 4. Таких 4. А, ну 4, правильно. Длина мотора. Ширина задней крышки. Ширина вот этой передней, будем называть, крышки. И длина вала до передней крышки вот этой. Четыре показателя указывают, что мотор, этот мотор 900 ватт, но никак не 1100 ватт. Вот, как-то так. Диаметр вала, видите, да, диаметр, он как бы у большинства все-таки десяточка. По нему уже можно определить, что ну никак не 1100. Если только 14 миллиметров диаметр вала, то можно смело даже не сомневаться, что там мотор 1100. Ну вот, друзья, легко и просто я определил, какой же двигатель стоит на моем станке. На ваших станках я уверен, что все валы будут 14 миллиметров, я не сомневаюсь, это я такой везунчик. Вот. Повторюсь еще раз, скриншоты вот этих фоток с размером я приложу в конце видео, кому интересно, можете замерить. Тут два параметра, толщина вала и длина вала до корпуса двигателя, вот, то есть до передней крышки, если я правильно ее называю. И у каждого мотора он свой размер, и без разборки можно будет определить реальный мотор, не тот, который указан при продаже на сайтах, а тот, который реально стоит уже на станке. Вот, как-то так. Надеюсь, ролик был полезен, друзья. Обязательно комментируйте, что вы думаете по этому поводу. Обязательно оценивайте. А так, что? С вами был Санек. Скоро увидимся.